Здравствуйте. Поливала свой балкон, свою веранду, вернее, растения на веранде. И заметила, что гортензии начинают отцветать. Ну вот я не знаю, камеры не передают абсолютно. Они синие. Камера показывает розоватые, хотя они синие. Вот здесь более-менее, но более яркий цвет. Самое странное, что я уже 2 года как не крашу эту гортензию, но вот она продолжает быть вот такого цвета. Если камера трясется, простите, я в очень неудобной позе. Дело в том, что я эту гортензию, зная, что она теневыносливая, поставила за вот этот клен, за японский клен, и пока не было листьев, все было нормально, а потом такая бурная крона у этого клена получилось, что место получилось очень притененное, поэтому цветочки не слишком крупные и получились немного вытянутые растения. И еще одна гортензия тоже уже отцветает. Я не знаю, будет ли вторая волна. Она розовая, она небольшая, розовая вот такая. Вот. О содержании гортензий я рассказывала, есть видео. Содержание в горшках, я разумею, имею в виду, простите. Это довольно несложно, просто нужно учитывать некоторые условия. Как я уже сказала, она теневыносливая, на солнце она... Ее листья портятся. Вот видите, такие ожоги происходят. Мне нравится ей очень яркое солнце. Такая полутень яркая, хорошо. А вот солнце, тем более наше, полуденное, плохо переносит. Вот такая вот. Довольно-таки большая, я ее пересаживала в меньший горшок из-за того, что места не хватает, но корневая у нее не слишком была большая, поэтому вместилась она нормально. И вот это давайте так поставим, наверное, для красоты, чтобы было видно сочетание, хотя, конечно, она уже отцветает. Вот такое вот довольно симпатичное растение, не довольно симпатичное, а очень красивое. Оно у меня несколько лет. Обязательно включу ее цветение в цветение июня. Хотя, как я уже сказала, я немножко задержалась. Она практически уже отцветает. Ссылка на видео о содержании гортензии на веранде в городе будет под этим видео. Еще раз большое спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы. Постараюсь ответить быстро.